Чем я заложил целую чурку в середину закладки дров? Давайте посмотрим. Сверху закладки много мелких дров для розжига, которые быстро разгораются и раскаляют верх топки. Далее идут некрупные дрова, которые будут разгораться постепенно сверху вниз, а выделяющиеся дымовые газы будут подниматься в разогретую верхнюю зону и сгорать там полностью. В середине закладки уложена чурка. Она разнесет горение в топке по бокам вдоль стенок и увеличит эффективность теплоотдачи. Горение будет происходить преимущественно по бокам, а не в середине закладки. Сама чурка будет гореть дольше всего, постепенно выделяя заложенную в ней энергию. Чтобы чурка сгорала быстрее и лучше, можно ее расколоть пополам и сложить половины обратно. На низ топки очень плотно уложены крупные дрова, а в промежутке добавлены мелкие дрова, которые помогут лучше сгореть неколотой чурке. Этот опыт показывает, что плотностью закладки дров в середине можно добиться горения преимущественно по бокам и увеличить эффективность печи.